На ближайшей сессии Харьковского областного совета планируется внести ряд изменений в региональную казну. В их числе увеличение доходов спецфонда бюджета за счет поступления 50% от суммы перевыполнения таможенных платежей. Таким образом, бюджет дополнительно получит почти 87 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на ремонт дорог. Это дает возможность за счет государственных средств делать дороги. Безусловно, первое, нужно сказать государству спасибо за то, что оно свои финансы не концентрирует, а наоборот отдает на места. Децентрализация. За счет этого можно делать и государственные дороги, и, безусловно, местные дороги. Области, слаженная работа дает возможность использовать 50% от перевыполнения. Это хорошие финансовые ресурсы. Как отметила губернатор, уже сейчас в области реконструируют трассы, на которые деньги не выделялись десятилетиями. Если в прошлом году в регионе отремонтировали только 64 километра дорог, то в этом рассчитывают на 235 километров. Харьковская область находится в лидирующих позициях по освоению денежных средств и по проведению тендерных закупивель среди всех областей Украины. Есть областя, которые на уровне 3% идут сейчас проведение тендерных закупивель, или там 10% образное освоение денежных средств. У нас на сегодняшний день это порядка 50%. Предложенный проект изменений депутаты намерены утвердить во время пленарного заседания сессии областного совета уже в четверг, 31 августа. Надежда Тофан, медиагруппа «Объектив».